Это видео было записано специально для сайта repetit.ru. Доброго времени суток, уважаемые родители и их ученики. Меня зовут Вячеслав Борель. Я студент Московского государственного технического университета имени Баумана. Учусь на инженера в области ядерных реакторов. Моя специальность тесно связана с физикой и инженерными расчетами. Каждый день мне приходится работать с такими основополагающими предметами, как физика и математика. Еще в школе я всегда стремился узнать больше, чем мне давали учителя. Участие в олимпиадах, кейсах, проектах, дополнительные занятия с учителями принесли мне уверенность в моих знаниях, и сейчас я точно знаю, что мне нравится объяснять ученикам физику и математику, вне зависимости от уровня их знаний. Это самые сложные науки, но в это же время увлекательные и развивающие, поэтому весь материал доношу для учеников доступным языком, ведь не бывает того, чего попросту нельзя было объяснить. Никогда не спешу выполнять какой-то план. Не перехожу к другой теме, пока точно не пойму, что ученик действительно понял ту или иную тему. После каждого занятия мной выдается домашнее задание с целью закрепления, усвоения и повторения пройденного материала. На первом занятии стараюсь найти общий язык с учеником, завоевать его доверие и уважение, помочь поверить в свои силы, а также наладить контакт с родителями. С годами практики я выработал свою методику объяснения, накопил необходимые, удобные и понятные шпаргалки. Часто бывает, что проходим с учеником темы с нуля, так как быстрый поток информации в школе редко запоминается должным образом. Поэтому я работаю с любыми категориями учеников, от самых младших до выпускников. Приветствую желание и готовность выполнять домашние задания, которые обязательны для тех, кому необходимо сдавать экзамены. Предлагаю подробнее узнать обо мне, обратившись к моей анкете. Спасибо за ваше внимание, я жду вас на занятиях.